Ну а теперь, как и было обещано, мы начинаем розыгрыш. Итак, вот здесь, в этом планшете, список номеров заявок всех жителей Прикамья старше 60 лет, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции, начиная с 6 сентября. При помощи специальной программы, она называется «Рандомус», мы выберем счастливчиков, которым достанутся наши многочисленные призы. Прямо сейчас мы разыграем 10 сертификатов в магазин бытовой техники. Итак, все, что нужно сделать, это нажать кнопку «Найти победителей». Я это сделаю прямо сейчас. И вот они, эти 10 выигрышных номеров. Этим людям достанутся замечательные сертификаты в магазин бытовой техники. К сожалению, время эфира ограничено, и мы не сможем озвучить все номера из этого списка, но в случае выигрыша вам обязательно позвонят и расскажут, как забрать приз. Также результаты розыгрыша будут опубликованы на сайте здоровье+59.рф. Я напомню, для участия в розыгрыше не нужно покупать никаких билетов. Достаточно просто заполнить заявку в пункте вакцинации. Следите за тем, чтобы она была заполнена полностью. Некорректно заполненные заявки к участию в розыгрыше не допускаются. Ну и внимательно смотрите ветку и не забывайте. Помимо промежуточных призов, 28 октября мы разыграем главный приз – автомобиль. В нем примут участие все без исключения привившиеся в период проведения акции, в том числе и те, кто уже выиграл один из призов. Оставайтесь с нами!